Фильтруешь? Я только из раздевалки, когда ребята мне стали выражать соболезнования, сказал, что лучший выражение их соболезнования, так сказать, и признательности для моего отца и для меня была победа в этом матче. И они пообещали, что они сделают все, чтобы победить. Я им очень признателен, еще пришел и сказал большое спасибо. Ну, папа болел за «Спартак» более 50 лет. И, конечно, этот день он еще с нами, поскольку мы христиане, верим, что 9 дней душа человека находится здесь. И, конечно, для него это было очень приятно. Спасибо вам тоже большое за эту поддержку, которую мне делали. Спасибо, Дмитрий.